Здравствуйте, Иван Андреевич. Как вы верно подметили, я действительно приехала с 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Сочи. Тот же самый фестиваль, который проходил в СССР в 57-м и 85-м году. Конечно. Помните? Я помню, конечно. Алла, давайте мы посмотрим. Ведь репортаж вы тоже привезли? Роскошно. Смотрим. Искали билеты, чтобы попасть на церемонию открытия, и случайно увидели Амирана. Вы его потрогали? Я его потрогал. Милая девушка, зовите сюда. Меня зовут Алла. Кто такой Иван Ургант? Человек. Александр, здрасте. Здравствуйте, Алла. Вы молодежь? И я молодежь. Но я здесь представляю проект реактора ВВР ТОИ. Здравствуйте. Вы представитель молодежи? Да, представитель проекта «Батюшка онлайн». Батюшки со всего мира в режиме реального времени общаются в ночных чатах, в прямых трансляциях. Батюшки ежедневно стримят. В том числе и в личку можно тоже написать. И позвонить, и в мессенджерах написать. В общем, мы даем все Анти-хайп. Возможности. Ну, хайп, не хайп, какая разница? Несем Анти-хайп. Благое, вечное и доброе. Здравствуйте, Александр Александрович. Если вас в вашем возрасте до сих пор интересует любовь, вот это как раз «Батюшка онлайн», то, что вам больше всего понравилось в репортаже. Ой, как интересно. Международный проект «Батюшка онлайн», но как бы в книге, да? Да, это... можете почитать, поразвиваться. Благодарю вас, вам спасибо. Вам это не повредит. Ага, спасибо. Смотрите, весь мир представлен. Курск, Краснодар, «Батюшка онлайн».